Сегодня исполняется 4 года, как был арестован Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. 20 лет там ничего не могли накопать, нарыть, но как только человек стал высказывать свое мнение, стал точку зрения людей отстаивать, тут же ему приплели, сфабриковали какое-то дело. Это то же самое и при Сталине было, когда на всех, на все руководство были заранее заготовлены дела, и только кто неугодный, сразу же доставали эти дела. И Сергею Фургалу я могу только пожелать стойкости духа, потому что 22 года он не будет сидеть. Эта власть не продержится 22 года. Выйдут все политзаключенные досрочно, но, к сожалению, бывают и такие случаи, как с Алексеем Навальным. Потому, конечно, тревожно за Сергея Фургала. А вообще, хотелось бы вспомнить слова Новодворской: вертухай не может построить правовое государство, вертухай может построить только зону. И потому, что еще ожидать от этой власти, еще раз говорю, это терпение Фургалу. И хочу напомнить, что 4 года назад, когда все вышли на улицу, это был такой подъем, это так людей объединило, и мы увидели, сколько нас. И я бы, если бы, допустим, не было Фургала, вот сейчас бы ходил опять где-нибудь по предприятиям, только в маленьких группах, как и раньше, вел антикоммунистическую пропаганду, так бы и разговаривал только отдельно с людьми. А так уже доношу практически на весь мир то, что думаю, мысли людей. Еще раз Фургалу стойкости, терпения. Выйдите на свободу, мы вас встретим.